Дядь? Входи. Повелитель, вы неважно выглядите с тех пор, как мы вернулись с похода. Смерть Шахзаде всех нас расстроила. Но больше всех вас. Но тут что-то другое, повелитель. Тот безумец, что появился на дороге, что-то сказал вам. Что-то, что расстроило вас. Он не безумец. Оракул Мустафа. Я и раньше видел его. Это он нашел меня, когда исчез. Мы поговорили о том, что ждет меня во власти. Ты сможешь стать таким же завоевателем, как и твои предки. Но у каждой победы будет своя цена. Так он сказал. Он оказался прав. Мы завоевали Реван. Но я потерял Байзета. Если бы Шахзаде смог жить под вашими крыльями. Каждый Шахзаде кладет глаз на трон Мустафа. Вот что значит быть Шахзаде. Он с этим огнем рождается. И чем больше растет Шахзаде, тем сильнее разгорается огонь. Он охватывает сердце, мысли, все тело. Байзет из-за этого огня сгорел, Силахтар Мустафа. В этом причина тех амбиций, что я вижу в глазах Касыма, и страха в глазах Ибрагима. Этот огонь однажды их отравит. Разумеется, амбиции и страх заставят человека страдать, все что угодно. Но не думаю, что после всего пережитого кто-то еще смелится. К тому же ситуация отличается. Шахзаде Байзета сбила с пути его валиде, Гюльбахар Султан. Гюльбахар Султан осмелилась на такое, но не смогла преуспеть Силахтар Мустафа. А моя валиде? Кюсэм Султан. Подумай о прошлом. Скольких падишахов она спустила с трона. Поэтому я и не позволил ей уехать. Позволил остаться здесь. Пожелал, чтобы она оставалась перед моими глазами. Видимо, написанное ею письмо и слова Гюльбахар Султан заставили вас сомневаться. Но я даже и не подумаю, что Кюсэм Султан может сделать подобное. Только не она. Раньше я не подумал бы, Мустафа. Но после всего пережитого у меня не осталось доверия к валиде, Мустафа. Особенно после слов Оракула. Род не от тебя продолжится. Один из твоих братьев взойдет на трон. Взойдет, несмотря на тебя. Повелитель, не верьте словам этого безумца. Будущее знает лишь Всевышний. Но если вы обретете от этого покой, то есть один способ избавиться от подозрений. И какой же это путь? Объявите наследника трона. В таком случае никто не осмелится положить глаз на то, что принадлежит вам, повелитель.
Приказ нашего повелителя султана Мурата Хана. Закон о самом взрослом и мудром. Принятый, чтобы воспрепятствовать казни брата, но из-за которого Шехзаде обуяла жажда власти. Они стали бороться за трон. И ради благополучия государства он отменяется. Отныне трон по нашим исконным традициям будет передаваться от отца к сыну.